В коридоре областной станции переливания крови собралась очередь из желающих помочь другим. За один час собрали около 11 литров крови. Главным идеологом акции стала будущий детский эндокринолог, студентка 5-го курса лечебного факультета РИАСГМУ Дарья Копытина. Она представила проект «Банк. Быть, а не казаться» на областном конкурсе и стала победителем в номинации «Здоровье», благодаря чему и появилась возможность провести акцию. Сама девушка сдает кровь с 1-го курса, считает это своим долгом. Она не понаслышке знает, что кровь нужна всегда. Не прошло и суток с момента начала акции, а собранная кровь уже помогла спасти жизнь. Уже вчера та кровь, которая была собрана, из нее приготовили концентрацию тромбоцитов, которая пошла на помощь маленькому ребенку. Первый день мы уже непосредственно знаем, что наша кровь уже пригодилась и что мы помогли маленькому человечку. Софья Бабаева уже сдала 450 миллилитров крови. Именно столько берут за один раз и ждет в кресле, когда можно будет пойти домой. Она опытный донор, уже сдавала кровь 7 раз. Девушка уверена, дело это крайне нужное. Сама тоже работаю, подрабатываю медсестрой и как бы вижу, что кровь нужна для переливания. Я просто надеюсь, что кому-нибудь она пригодится и поможет. Чаще всего для чего требуется кровь? Ну, при кровотечении. Часто, когда гемоглобин низкий, кровопотери высокая, поэтому переливают. По статистике, каждый третий человек в мире хоть раз в жизни нуждается в переливании крови. При этом врачи говорят, что причиной могут стать не только всем известные факторы, такие как аварии, операции, гемофилия. Но любое заболевание может повести себя непредсказуемо и потребуется кровь. Ануш Дорбинян об этом знает. Она является координатором движения доноров Рязанской области. Мы занимаемся популяризацией донорского движения, то есть привносим в массы и привлекаем более молодых доноров сдавать кровь, потому что очень важно, чтобы это были именно молодые здоровые люди, потому что везде как бы кровь все-таки в дефиците, и было бы хорошо, если бы никогда люди не чувствовали нужду в ней, и постоянно сдавая кровь, мы будем уверены, что ее будет необходимое количество. На этот раз студенты-медики объединили все остальные вузы для благого дела. Об участии заявили все высшие учебные заведения города. Акция прошла в первый, но организаторы надеются не в последний раз. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».